Давай сюда! Иди сюда, ты! Как ты меня весишь, что ты офань! Как меня бомбит уже от него, от этого Махмудёна! Тише. Надеюсь, он слепой. Идеально! 3, 2, 1! Да! 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 Ой, ой! Ой! Ребят, я, кажется, обосрался. Блин, реально черкаш! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня будет самый крутой троллинг в истории троллингов. Потому что я прямо сегодня затроллю сына разработчика. Вдумайтесь в это. Какой же это угар. Ну и это не все. Я его затроллю таким образом, что я сам притворюсь разработчиком. Просто представьте, насколько же это угар. Я уже даже создал себе клан. Я подготовил кастомное лобби. Ну а прямо сейчас мы переходим на стрим сына разработчика. Давайте послушаем, что же он там говорит. А мне реально пофиг, я могу типа лол. Если ты сын... Не, это баги. Если ты сын разработчика, можно типа... Ну, типа можно так немножко. Короче, ребята, он говорит, что он сын разработчика. Давайте-ка мы прямо сейчас ему отправим донат. Я вам отвечаю, это будет самое смешное видео в истории моего канала. Прожмите лайк за это. Погнали кидать донат. Но донат будет таким. Имя Махмуд. Прям идеальное имя для разработчика. И я пишу, я тоже разработчик, как и твой папа. Давай дуэль на Мах 10 рубий. Вот мой ID. Все, ребятки, кидаем ему донатик и погнали посмотрим на его реакцию. Так, ребята, я кинул ему донатик и донат пришел. А что? Разработчик, как и твой папа. Давай дуэль маг 10 рублей. 70 566. Братишка, ты че, с ума сошел? Подожди-ка, у меня аж камера слетела, у меня все вылетело. Что еще раз ты написал? Братан, ты серьезно? Ты сумасшедший? Махмутик, я люблю тебя. Помогите, помогите! Я сын разработчика! Давай играть с тобой, ду... Да, давай! Чтоб понимали, у него даже ник сын разработчика! Блин, я не могу, даже ник в игре сын разработчика! Так, ребятки, ну что? Я жду, чтобы он меня пригласил в лобби, и сейчас будет контент. Давай дуэль на Мах 10 рубий. Вообще изи! Я сейчас папе позвоню, и он мне просто поможет. Подождите-ка, реально, я сейчас папе позвоню. Обалдеть, все, мужики. Перемещаемся в лобби, пока он не позвонил своему папе. Так, ну что же, я его приглашаю в лобби, я его приглашаю в лобби. Главное, чтобы он не спалил, что это кастомное лобби. Так, ребята, выбираем карту Сэндстоун. Давай, братик, прими. Он мне приглашает в лобби, давайте я его приглашу. Я его приглашу в лобби, заходи. А, Махмудик меня сам приглашает. Ну-ка, давай, Махмудик. Ну, привет! Я сын разработчика. Все, он зашел. Давайте ему напишу. Привет, бро! Я тоже разработчик. Посмотри мой клан. Он пишет, ну, привет, я сын разработчика, а ты? Брат, а я не сын разработчика, я сам разработчик. Привет, бро, я тоже разработчик, посмотри мой клан. Типа, он хочет сказать, что что-то там у него в клане крутое? Dev94. Подожди, это реальный клан разработчика? Ты что вообще? Это реально какой-то Махмуд, очень сильный человек. Так, ну что, дорогулечка, ты моя, мой маленький. Ты готов дуэль на Мах 10 руби? Я тебя не знаю. Ты, наверное, фэк. Докажи, что ты богатый. Он пишет, ты, наверное, фейк. Я напишу, я не фейк. Я в игре скины покажу. Так, стоп, пацаны, тогда надо срочно, срочно кирролд применить. У меня кирролд применен. Да, кирролд применил. Так, все дорогие скины вроде бы как применил. Он говорит, да, я готов, я хочу Мах 10 руби, давай. Но если ты проиграешь, твой папа тебя банит. Нет, нет, мой папа не банит меня, он банит тебя. Он тебя только забанит. Я ему на WhatsApp напишу. Тебе бан будет, если ты обманщик. Я напишу, я честный, я не кидок. Разрабы не китки. А вот их сыновья 50 на 50. Слышишь ты, я 100, а не 50 каких-то там. Ты чё, серьёзно? Я сейчас просто делаю эту работу. Брррр.
Я сейчас просто тебя отработаю. Я уже готов взлетать. Я уже готов. Удачи выиграть Мак 10 Руби. Так, стоп, пацаны. А если он просит показать Мак 10 Руби? Надо найти какой-то скин максимально похожий на Мак 10 Руби. Так, Мак 10, Мак 10. О, идеальный. О, и давайте я себе сделаю ЗГТ доступный Мак 10. Все, я придумал. Поехали. Все, погнали. Это будет очень, еще раз, очень весело. Я вам отвечаю. Короче, давайте я напишу. Иди на А, покажу Мак 10 Руби. А я при этом буду на Б. Блин, реально, ребята, у него хоть 10 Мак 10 Руби. Ля-ля-ля, я иду, я иду. Так, мужики, а где он? А где он? А где он? Он будто реально пошел на А, он повелся. Алло, я иду. Чё? Я уже здесь. Я тута. Он пишет, я тута. Напишу. Ой, на Б. Ой, на Б. Ты офигел, 8 секунд. Как я до Б добегу? До 8 секунд. 5, 4. Дурак, блинский, блин. Он не успеет. Ладно, все, пишу. Удачи. Удачно получить бан. Играем Б и Тёмка. Играем Б и Тёмка без мида. Кто пойдет на мид, тому бан. И знаете, что я сейчас сделаю? Я пойду на мид! Изи. Ой, блин, у меня же пистолет выпал со страху, я когда его увидел. Так, ребят, поехали, поехали, поехали. Он сзади, он сзади, он сзади, он сзади, он вообще меня не видит. Изи, нуб, изи, нубьяра. И вообще изи. Мак 10 будет моим. Он меня забрал, найсик. А знаете, давайте, знаете, что мы сейчас напишу? Ты пошел на мид, тебе бан. Это проверка была. Это ты пошел. Это он пошел, ребят, это он. Я все папе расскажу, для папа разработчик. Это он пошел. Ну ладно. Прощаю. Играем на всю силу. Это я тебя прощаю, братишка, для первого раза. Для первого раза ты даже неплохо сделал. Мегалодон. Мегалодон. Чё ты бредишь? На булдроп приплыл мегалодон. И нам надо его одолеть. И знаешь, что самое интересное? Если ты будешь дубасить этого мегалодона, ты будешь получать бесплатные скины от булдропщика. Но и это не все. Также нам добавили новую коллекцию кассиков. И знаешь, что самое главное? Вот тут видишь секретное слово? Это бесплатная энергия. Вот это видишь секретное слово? Тут бесплатный сундучок. О, ну знаешь, что тут? А вот это бесплатный процентик пополнению. Все нужные ссылочки находятся снизу, а мы идем дальше. Так, ребят, в этом раунде я себе куплю. О, АВМ, АВМ, это имба, это имба. Поехали. Так, идемте. Я иду как полный нуб. Блин, патроны закончились, тупой автомат. Но зато скин красивый. Какой же он убасос! Он по мне даже попасть не может. Так, ребят, раунд номер 3. В этом раунде, знаете что? Давайте-ка я себе прикуплю. Вот какое самое нубское оружие в мире? Я возьму дробаш и буду по нему стрелять издалека. Это прям вообще гениальная идея. Я даже не стараюсь. У меня папа разраб, а ты бот. Он пишет, я даже не стараюсь. Я напишу, я тоже. У меня папа разраб, а ты бот. Напишу. А я сам разраб. Ох, ребята, походу слово разраб в этом видео слишком много будет. Так, ну че, поехали. Просто по брейну, по брейну. А? А? Мамуля! Подожди, стой! Есть! Ноускоп через стену! Ха-ха-ха-ха! Какой же я нуб! Если честно, мне даже тяжело притворяться таким нубом. Напишу. Блин, а ты жесткий. Я люблю, когда жестко, ребят. Пр. Ой, извини. Давайте напишу. Я буду играть по брейну. А знаете, что означает брейн на языке разработчиков? Это означает обойти через А. О, чё, типа умный, типа самый, типа лол, типа чел? Ну, мне так-то пофиг, хоть ты по мапсу будешь играть. Я-то разраб, сын разраба. А ты-то типа лол. Вот так вот, ребят, надо играть по брейну. Все нормально, он ничего не спалил. Все, пойдет, ребят, пошла жара по трубам. Смотри, 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 он там. И давайте стреляю вот так чисто. Все мимо него. Блинский, подожди, где он? Где он? Давай сюда! Иди сюда, ты!
Увидели? А куда он стреляет вообще? Он был вообще какой-то нуболимый. Смотрите, смотрите, это он. И давайте на щит 3 поставлю маслину. На! 3-1! Пошел камбэк, да! Подожди, где он? Чё? О, как он меня обошел? Ты меня бесишь! Это было потно. Еле попал по тебе. Еле попал по нему. Ну да, еле попал. Ты меня бесишь. Ты меня бесишь. Я только что набрал твоему папе, разработчику, и он сказал, что ты перхоть. Ты чё? Нет, конечно, это неправда, ты чё, больной, что ли? Ты чё, офигел? Ты перепутал, походу. Ботинок ты. Тебе Габелла, играем. Тебе Габелла, играем. А мне пофиг, я бомб ставлю. Вот он, какой нуб. Ай, ребята, какая у него сочные булочки. Ай-яй-яй-яй. Он пишет, мне пофиг, я пачку ставлю. Ребят, ну что, готовы все? 3, 2, 1. Да! Это идеально. Мне вообще по... Ба! Как он здесь? Че за... У него Current Beat Gold. Ребят, Current Beat Gold только есть у разработчиков. Это реально активный разработчик, это реально актив. Это актив Астервил Бурарис. Это реально, я ж плюнул на камеру из-за тебя, ты. А давай сюда, Магнесит Руби. Я тебе сейчас покажу, как играть стилем тигра. Меня обучали этому китайские монахи. Так, ну чего, пацаны, поехали. Он пишет, а давай Мак-10 Руби. Напишу, если меня победишь, отдам Мак-10 Руби. А если нет, то дам в рот. Сюда. Хорошенький ты мой. Я тебя буду в стиле тигра убивать. Вот такую стоечку принимаем, просто стоим на двух ногах, на двух руках. Easy bout. Есть! Он сзади. Притворяйся полным нубом. Все забрано. Просто забрал. Сюда, сын разработчика я. А ты перха, ты губа. Смотрите, он играет только с одного Мак-10. Мне же интересно, почему он играет только с одного Мак-10? Он, наверное, думает, что если он будет играть с Мак-10, то у него будет шанс получить больше Мак-10 от меня. Давай напишу. Go mid на Мак-10. Он пишет, я на мид. Он пишет мид. Мид через букву Т пишет, молись. Ха-ха. Так, ребят, у меня есть план, я просто буду сидеть тут. Братик, иди сюда, мой маленький. Пупси. Ты где? Что за... Он у меня за спиной был. Оказался, по брейну переиграл. Давайте напишу. По брейну переиграл. Так, ребят, счет 3-4, и давайте так. Давайте я ему дам шанс. Ну, надо ему дать шанс, ну реально. Я беру М60. Вот М60, это то, что доктор прописал. Он пишет, ты перхуть. И давайте я напишу, ты тоже. Он пишет, иди и еще раз туда напишу. Го. Так, та-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 та. О, давайте я сделаю вид, что я залагал. Изи! Изи, все, он меня забрал. Идеальненько. Так, пацаны, давайте-ка мы прямо сейчас возьмем. Давайте взимываем. Изи. Да, сейчас я его затроллю. Я его сейчас затроллю, пацаны. Он пишет изи. Вот давайте напишу. Go mid M40. Я ему написал Go mid M40, но при этом я возьму АВМ. Ну, потом напишу, я перепутал, сорян. Я сын разработчика, и я знаю, как его захитрить. Ха-ха! Вот что у него челюха отлетит, пацаны, я вам отвечаю. Я слышал, он тупал где-то там. Он как будто на пошел. Изи, дубик. Имба-имба. Главное, что не знаешь, у меня есть высокие прыжки. Напишу. Жди бан закидалово. Ха-ха-ха. Мне папа невидимую бомбу дал. Ахаха, мне папа дал невидимую пачку. Он пишет. Невидимую пачку? Ну я ее вижу. Чё-то папа тебя, по-моему, заскамил. Опа. Дефюзим. Ай, блин, не вышло. Изи.
Давайте ему напишу. Я подрублю высокие прыжки, а то ты жесткий. Не надо. За прыжок, за прыжки тебе папа бан даст. Давайте напишу. Я ему сам бан дам. Напишу. Все, я включил себе прыжки. Я себе включу прыжки. Ты лол. Ты лол конкретный. Опа! Он его с вами забрал! Нифига, я ему в полете снайпнул, братва. Нормально было? Ладно, ребят, окей, тогда давайте напишу. Применяю тактику. Бом-бом. Беру хаешечку. Сейчас просто так будем бесконечно бросать по нему хаешки. Ребят, эта тактика меня никогда не подводила, поверьте вы мне. Я принимаю тактику том-том. Кого ты там принимаешь? Я сейчас тебе сделаю том-том. Если тебе такой толкинг-том сделать, я сейчас сделаю Мак 10 рубий. Братик, скажите, что он там. А где он? Вашу Машу! Где он? Мак... Чё нахрен? Нафиг, блин, чё нафиг, блин, это чё за взрывы, так их много? Чё за фигня? А его нету тут, а, вот он, идёт. Ребята, тактика бом-бом. Давай. Попал, да! Ты чё, дурак? Чё, мне прям в лоб прилетела граната, и потом ещё, ты чё за читы? Как ты меня взяли, читы-офы, давай быстро! Как меня бомбит уже от него, от этого Махмудёна. Ладно, я отрубаю. Это чтоб ты не расслаблялся. И я опять, ребята, притворяюсь полным нубом. О, давайте возьму фаб и буду с фаба стрелять по нему сдалека. Это будет вообще полный вар. Не будут отнимать по 1-2 хп. Вот так, смотрите, вар. Ха-ха. Сейчас от тебя... Чё? Попал, имба. Я папе звоню за прыжки твои. Нет, только не папа, нет. Не звони ему. Я папе звоню, я уже на телефоне. Алло, пап. Да короче, здесь один дебил, он что-то использует, он прыгает высоко, и гранат у него много. И вот тут Махмуд, ты его когда увидишь, ты ему забань. По брейну, Блин, по мне тоже не попал! Вон он, папа, папочка, бань его, папа! Чё? 5-7, ребята, все, чики-бомбони, все идеальненько. Так, ну что, а давайте в этом раунде... О, я придумал, знаете, что я сделаю? Я сейчас к нему подбегу и просто буду так быстро крутиться, интересная его реакция. А ну-ка. Все, вот так! И давайте напишу. Мышка залагала. Папа, я тебя обожаю, пап. Так, счет 8-5. Ну, я думаю, потихонечку, ребята, можно ему ломать кабину. В этом раунде давайте М60 возьму просто вот так вот. Я себе сделал бесконечные патроны, чтобы не проиграть тебе. Ты тупой! Он тут, он где-то тут! Подожди, а у меня какие патроны? Подожди, не понял. Нифига, он простреливает! А где он? Это Габелла! Нифига себе он простреливает! Он вообще сумасшедший! Он больной! Блин, ребят, прикиньте, он меня замочит. Этот будет троллинг вышел из-под контроля. Так, поехали. Я просто всю карту застрелял, чекайте. Ха-ха-ха-ху! Изи, брат! Чего? Меня на нож посадил! Так, стоп, счет 9-5. Надо начинать играть! Так, мужики, ластовый раунд, это фиаско! Я могу проиграть. Ребята, применяют тактику под названием «Ёжик в тумане». Давайте напишу. Тактика «Ёжик в тумане». Так, подождите. Кажется, я где-то уже такое видел. Поехали, пацаны, поехали, ёжик в тумане! Оу! Все, поехали, пацаны, потому что это полная Габелла. Он не знает, что тут идеальненько. Тактика ёжик в тумане рабочая, хорошо.
Нет! Нет, подождите! Он же сейчас, это же сейчас он самый! Подождите-ка, мне кажется, у него связи есть какие-то. Я уже где-то такое видел, ребят. Блин, мужики! Что происходит? Я вообще ничего не понимаю. А, он уже тут, он уже на Б, он уже на Б. Опа! На шапку поставили! Сюда на базу 6-9! Нет, но у меня один раунд оставался. Пошел камбек! Камбек. Еще специально с ошибками написал. Выйди из игры, бот. Ты ботинок рыль. Поехали, счет 9-6 и... Кто у нас тут такой красивый? Тише. На нож попробую. Ёп! Блин! Ладно, на нож не вышло, это было жестко, 7-9, обалдеть! Ты чё, ну бас! Я гранату как промазал еще и себе, блин, пристрелил, ну я тупой! Месть, иди, а давайте я запрячусь просто в ребрах. Жду его и на нож его сажаю. О, вот это будет прям имба лютая. Короче, ливай сейчас, либо бан от раба. Короче, ливай, либо бан от разраба. Напишу, я сам кого хочешь забаню. Просто понимали, обычно подобных видео я сам притворяюсь разрабом и троллю всех, меня все боятся. А тут, получается, он сам делает вид, что он сын разраба. Так что, почти на месяц план. Вот просто, ух ты, блин. Угу, расскажу. Ребят, я снова его видел. Тише, надеюсь, он слепой. Идеально, 3, 2, 1. Да! Где эта перхоть? Где эта Да! Ой, ребят, я, кажется, обосрался. Блин, реально черкаш! Ты тупой, ты меня бесишь, я из-за тебя обосрался, в нём мама убьёт, она скажет, что стирать надо, блин. Так, ребятки, собрались, 2 ластовых раунда, ну это было прям очень красиво, прям по красоте раздали. А теперь давайте, давайте все подожжем, просто все. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Так, он через семочки меня не обходит. Братуха, это тактика под названием, я даже не придумал название, это тактики. Че это такое тут устроил? Это что ты тут устроил? Я сейчас позвоню, я даже сказал, у меня папа разработчик, я забаню сразу моментом. Три моментом. Он тут. Аккуратно. Он знает, что я тут, походу. Он сгорел. Как мы убили его, да? Почему у него так много гранат? Боже, типа, чел. Ты задолбал, ну где сейчас рубишь, сюда гони. И давайте напишу. Сейчас. Все решится. Прямо сейчас, ребята, мы все решим. Или будет исторический момент, или не будет исторического момента. Ливни пока не поздно. В данный момент мой папа уже ввел твой ID. Последний раунд я хочу сделать все максимально красиво, поэтому знаете что? Я попробую сделать невозможное. Я просто попробую запрятаться вот в этом месте. Вот просто в дыму запрячусь. Как же я надеюсь, что мне выйдет этот троллинг, ребята? Не, все, я сейчас... Ха-ха-ха! Все, все, забанен! Говорит, бан Махмуд, он уже пишет бан Махмуд! Все, ребятки, идеально. У тебя 10 сек и бан активируется. У тебя 10 сек или бан. Напиши, или бан активируется. Все, тише, не палимся. Он не знает, что тут. Незаметно с дыма вылезаем. По тактике играем! Тише, он тут, я увидел! На счет 3 играем по брейну. 1, 2, 3! Да! Вау! Ой, блин! Как я мог проиграть этому нубу галимому? Я сын разработчика! Мы это сделали! Мы, ребята, притворились разработчиком и замочили сына разработчика. Да! Это очень странное видео, но я надеюсь, оно вам понравилось. Ну, ребятки, пожалуйста, прямо в эту секунду прожимай огромнейший лайк. Обязательно подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всех обнял, приподнял. Давайте напишу. Жди бан, нуб. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, обязательно подпишитесь на мой ТГ, потому что там я разыграю вам бесплатно 5 косарей голдишки. Короче, братва, ссылочка на сына разработчика тоже есть в описании. Всем пока-пока. Папаша, забань этого Махмуда!